Приветствую вас, уважаемые промышленные магнаты, крупные финансисты и прочие денежные мешки. О, правда? Да, конечно. Потрясно. Рад за тебя. Спасибо. Вы смотрите канал Galactic Holocron, канал о том, что, где и по какой цене выгодно купить и продать в галактике Звездных Войн. С вами Влад, и вам наверняка интересно, почему я так странно разговариваю. А все дело в том, что сегодня я представляю вашему вниманию краткий экскурс в историю величайшей финансовой империи в истории галактики – Торговой Федерации. И если вы уже подготовили свои кредитки и заправили баки своих грузовозов, не вижу смысла тянуть. Торговая Федерация берет свое начало приблизительно за 350 лет до Явинской битвы. Откуда же она взялась? Что ж, существует теория, согласно которой корни ее стоит искать не иначе, как в старой доброй корпорации Черка. Может, не такая уж она была и добрая? Да, конечно. Тем не менее, версия выглядит вполне правдоподобной. В какой-то момент руководство Черки, утомленное постоянными исками и арестами региональных представителей, занимавшая в корпорации пост начальника отдела кадров, была поймана в прошлом месяце со 120 килограммами отборной марихуаны из Канады. И вполне могла задуматься о ребрендинге компании. Слабые компании должны умирать, чтобы сильные компании становились еще сильнее. Закон природы! Так и вижу себе их новый слоган. Мы больше не хотим заниматься рэкетом, наркоторговлей и контрабандой оружия. Да, я в отчаянии. Я глубоко несчастен. Да, конечно. Отныне мы будем заниматься рэкетом, наркоторговлей и контрабандой оружия легально. Они пользуются нашим доверием, чтобы самим стать еще богаче. Да, конечно. Вы позор нации. Да, конечно. И мы готовы подтвердить это нашей документацией. Да, конечно. Также оставляю на ваше усмотрение, считать ли отсылкой засилие неймодианцев в Совете Торговой Федерации и большое количество их дальних родственников дуросов в почившей Черке. Строительство же величайшей финансовой империи велось в соответствии с указанным мною слоганом. Раздобыв астронавигационные карты, которым мог бы позавидовать сам канцлер республики и даже орден джедаев, Торговая Федерация без труда установила свою монополию на все виды торговли. Становлению этой монополии способствовали тесные контакты с другими гигантами индустрии, такими как Техносоюз и Межгалактический банковский клан. Счет за ремонт, счет за топливо, иски, счета, извещения. А это что? О, Мулган Рэй прислал мне открытку со своего отдыха на пляжах Манаана. Как мило с его стороны. Тут, кажется, внутри фотография. Интересно, что... Господи! Кто бы мог подумать, что неймодианцы так ужасно выглядят в купальниках? Как теперь это развидеть, господи? Как вы можете видеть, Торговая Федерация была силой, с которой невозможно не считаться. Однако поначалу их интересы ограничивались в основном отмыванием денег и поиском новых способов этого отмывания. Ситуация, впрочем, резко изменилась приблизительно за 50 лет до Явинской битвы. Отправной точкой можно считать появление у Торговой Федерации собственного голоса в Сенате. Только подумайте об этом. Торговая Федерация стала первой в истории галактики коммерческой организацией, получившей собственного сенатора. Вкупе с сенаторами, представлявшими планеты, входившие в состав Федерации, получалась весьма солидная политическая сила. Отныне у них не было никаких проблем с незаконной деятельностью. Они могли попросту ее узаконить. Для себя. А всем остальным запретить. Милорд, законно ли это? Я смогу это узаконить. Аллоу, это антимонопольная служба? У меня для вас есть очень интересная информация. Что там происходит? Нет, о таком можно говорить только при личной встрече. Где, вы говорите, находится ваш офис? Катани и Моди. Вы, очевидно, ошиблись. Спасибо, мы вам перезвоним. Связь отсутствует, сэр. Да плевать я хотел, что Торговой Федерации нужен новый крейсер. Эскизы им подавай к завтрашнему дню. Дизайн корабля создавать, это вам не мешки со спайсом ворочать. Я, между прочим, художник. Все. У меня обед. Привет, Бублик. Я тебя съем. О, боже мой! Да это же...
Впервые свои новообретенные амбиции Федерация продемонстрировала во время так называемого конфликта Старка, когда из-за их махинаций с Бактой между силами Республики и сборной солянкой из всех мастей преступников галактики, возглавляемых Яко Старком, разгорелась настоящая полномасштабная война. Думаю, ни для кого не будет шоком, что Торговой Федерации удалось избежать любых прямых обвинений в свой адрес. Любопытный факт. В числе лиц, ответственных за разжигание конфликта, числится республиканский сенатор Ранульф Таркин, двоюродный брат того самого Таркина. Кризис Старка подсказал неймодианцам и их тайному кукловоду Палпатину одну очень интересную идею. Продолжая нагнетать ситуацию на внешнем кольце и буквально провоцируя пиратов нападать на их беззащитные корабли, они в конечном итоге добились от Сената разрешения на вооружение своих кораблей. Благодаря этому мы имели удовольствие видеть крейсера-барышники, утыканные турболазерами и оснащенные гигантским ангаром, под потолок забитым дроид-истребителями. И это на самом деле очень мудрое решение. Представьте, скольких проблем можно было бы избежать в реальном мире, если бы позволили вооружать их торговые суда. Это все-таки гораздо лучше, чем использовать подставное торговое судно под завязку, забитое военными, техникой и пушками. Также этот период характеризовался рядом весьма странных кадровых перестановок. Так, например, шкипер Дефайн, сбросивший свой груз пиратам, внезапно получил повышение до капитана. Если так подумать, Торговая Федерация совсем неплохое место для работы. Мне, знаешь, просто не верится. Знаю. Мы везучие. Здравствуйте. Это отдел кадров Торговой Федерации? Да, конечно. Можно мне к вам? Да, конечно. Финальным аккордом стал экономический саммит на Эриаду, закончившийся расстрелом всех членов директората Торговой Федерации. Всех, кроме Нута Ганрея, который отныне обладал безграничной властью над величайшей в галактике финансовой империей. Это победа! Остальные этнические группировки, входящие в состав, либо вышли из него, либо добровольно уступили свои места в директорате неймодианцам. Саммит проводил, к слову, еще один Таркин. На этот раз уже тот самый, милый сердцу каждого фаната «Звездных войн» Уилхов Таркин, на тот момент занимавший пост лейтенант-губернатора Эриаду. Что поделать, семейные традиции. Традиции. Покрывать козни Торговой Федерации. Еще одним персонажем, чьи пути пересеклись с неймодианцами в этот непростой период, стал командор Мид Траун Риода, более известный нам как Траун. Именно он остановил флотилию Торговой Федерации, вторгшуюся в пространство Доминиона Чиссов, и позже использовал ее для уничтожения флота Вагаари. Уже тогда талантливый Чисс попал под наблюдение агентов Дарта Сидиуса. Следующим важным пунктом, возможно, не столько для Торговой Федерации, сколько для будущей конфедерации независимых систем, стала Хаксская война. Началась она из-за попытки порабощения населения планеты Кали инопланетной насекомоподобной расой Ямри. Настоящим героем той войны стал калишец Кимаен Джай Шилал, позже взявший имя Гриус. Из-за своих военных неудач Ямри были вынуждены просить помощи у Торговой Федерации. Та, в свою очередь, убедила Сенат отправить на планету комиссию для установления причин конфликта. Путем подлогов и обмана им удалось убедить комиссию в том, что именно калишцы развязали войну, а колонии Ямри находились на планете вполне легально. Таким образом, Ямри оказались в неоплатном долгу перед неймодианцами. А канал Галактик Холокрон напоминает вам. Пользуясь пассажирскими перевозками межгалактического банковского клана, обязательно оформляйте страховку. Только правильное оформление страховки является залогом того, что в случае аварии ваше пришедшее в негодность мясное тело заменят на новое крутое кибернетическое. Причем совершенно бесплатно. Слушай, а мы все еще торговлей занимаемся или как? Заткнись и работай. У них от камеры повсюду. В конечном итоге наглость неймодианцев все-таки надоела республике, и Сенат начал предпринимать меры по ограничению их влияния. Так была принята новая налоговая политика в отношении торговых путей. Возмущенная Торговая Федерация предприняла ответный шаг, блокировав планету Набу. Несмотря на то, что в конечном итоге оккупанты были изгнаны, а вице-король Ганрей арестован, истинные планы заговорщиков все же осуществились. Канцлеру Валоруму был вынесен вотум недоверия, а сенатор Палпатин метил на его место. Его же стараниями Торговой Федерации вновь удалось избежать любых осложнений, которые неминуемо должны были возникнуть после столь вероломного вторжения.
Вице-король Ганрей после 4 судебных слушаний мало того, что не угодил за решетку, так еще и сохранил свой прежний пост и всю полноту власти. Остается лишь в очередной раз порадоваться, что мы-то живем в реальном мире, где богач отвечает перед законом наравне с бедняком. Мы жили по правилам, по закону, а нас поимели. Черт! И никогда не злоупотребляет своими служебными полномочиями. Я глубоко сожалею, но я что-то не припомню вас, мисс... Охренеть! Наши расходы на вооружение и военную технику возросли на 146% по сравнению с прошлым годом. Неудивительно, что нам так вырезали премии. Знаешь, чего нам не хватает? Нам не хватает ввязаться в какую-нибудь войну галактического масштаба. Вот тогда дела у нас пойдут просто прекрасно. Кульминационной точкой в истории Торговой Федерации стала война клонов. Когда граф Дуку, сменивший на посту временно выбывшего из строя Дарта Мола, приступил к созданию Конфедерации Независимых Систем, неймодианцы одними из первых поддержали его. Практически безграничные финансовые ресурсы Торговой Федерации пошли на астрономические расходы на войну, а их многочисленная армия дроидов стала костяком армии сепаратистов, возглавляемой генералом Гривусом. Славная история этой организации, просуществовавшей сотни лет, оборвалась внезапно, когда план Дарта Сидиуса подошел к логическому завершению. Армия сепаратистов капитулировала, а Нут Ганрей и большинство других лидеров конфедерации погибли на Мустафаре от руки Дарта Вейдера. Ну, смотри, здесь цифры не сходятся. Серьезно, так не сходятся. Да нет же, вот, смотри. Подожди. И правда. Ну и чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я позвонил Ганрею на Мустафар? О, ну да, конечно. Стоит только чего... боссу отправиться на отдых, ты и там его достанешь, да? Прием, шеф! У них там пьянка вовсю идет. Какого хрена нас никогда не приглашают на эти корпоративы? А забей. Я все равно никогда не любил эти шумные вечеринки. Да я, в общем-то, тоже. Ничего хорошего, только голова на утро болит. Новый вице-король Синтипет Финдос был вскоре схвачен и принужден подписать с вновь образованной империей соглашение, по условиям которого торговая федерация передавала большую часть своих активов в пользу императора. После этого прошло лишь несколько лет перед тем, как последние осколки финансовой империи были раскуплены новыми имперскими магнатами. Торговая федерация перестала существовать. Вот и все, что мы хотели рассказать вам об истории Торговой федерации. Хотите ли вы узнать больше? Пишите ответы в комментариях, а также не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами был канал Галактик Холокрон и его ведущий Влад. Да пребудет с вами сила. Пока! Вы там на всю башку отбитые, но вас не сваливаю. У тебя что, не все дома? Я законченный мерзавец.